Что нет? Пойдем. Саня! Саня, ты! Ты че? Не узнал? Пашка, Пашка, ты что ли? Ты че, отслужил уже? Да нет, я на побывку. Ты че такой напряженный? Наверное, отвык. Может, вечером встретимся, пивка попьем? Ну, звони тогда. Бывай тогда. На компрос за сотку. С возвращением. Господа пассажиры, новое расписание. 10 рублей на все направления. Что от взрыва всех подбросило, и их аварийный дом серьезно тряхнуло. Видели зарево, обломки, пожарище, куски мяса, и вообще это зрелище не без слабонервных. Максима, живущего на Тбилисской 35, разбудил громкий рев двигателей. По его словам, самолет пролетел на высоте примерно 50 метров над землей прямо над его домом. Максим подтверждает то, что самолет взорвался в воздухе. Много обломков горящих самолета. На железнодорожном полотне я нашел только переднюю часть самолета, то есть кабину, двигатель один. Обломки фюзеляжа передней части носовой. Ходили, осматривали, думали, может, кому-то что-то поможем. Просто не тела были, ну-ка, так было сплошной миссии. Стопни здесь.
Она спит. Не будите ее, пожалуйста. У вас 5 минут. Мы там договорились, что послезавтра заберут. Ваш отец, кажется, да? Бывший. Я не знаю, что там у вас. Но у них все готово. Thank you.
Посещение! Водопьянов, Рыжков, Макарова, Гурьянов, Селиванов, Добродеев, Куличкин, Куницын, Бурдина, Якушин, Лукьянченко, Велюрова. Девушка, а вы с 568-го? Да. Папа. Можно я тебя провожу? Если ты не против. Угу.
А у вас кто? Сестренка. Сколько ей? 5. С кем? С мамкой летела. Но мамка уже в другом месте. Когда сообщили, была тяжелая. Сейчас состояние ее среднее. Поправится. А у меня отец. Тяжелый. Врачи уже ничего даже не говорят, только кивают. Спасибо вам большое. Саша. И правда. Марина. Очень приятно было. Спасибо вам. Thank you.
Ждешь кого? Да. Коллегу по несчастью. А-а-а. Эту, что ли? Дочку? Пидора этого. Нет, вот ты объясни мне. 82 человека погибли, а он выжил. Пилот, бля. Да ты не гони. Ты... Ты не гони, может, еще и не выжил. Ну да, с другой стороны. А что, и ты думаешь, его за все за это засудят? А хер бы. Убираем из палаты. Быстро, быстро, уходим, уходим. Мы попали в объектив Министерства странных дел. И теперь за мной следит случайный агент номер один. Вызывают на допрос, спрашивают, как дела, чем сегодня была занята, и на вечер есть ли план. Но я знаю, весна в соседней камере, я чувствую, она совсем рядом, и мое сердце, сердце согревается, я чувствую, ты здесь. В коме. А твоя? Уже лучше. Перевели на терапию. Идет на поправку. Когда выпишут? Недели через две обещали. Спасибо, Саш. Спасибо тебе. А давай... Давай завтра куда-нибудь сходим, а? А то я с ума сойду. Я тоже. Хочешь полетать, а? Полетать? Да. Завтра я тебе покажу. Не пускай меня, качает, не швыряет на берег волнение. Лишь бы век не видеть этих лиц, измеряющих отклонения, что запирает в аквариуме.
я чувствую, ты здесь. Все хорошо с мамой. Вот тебя выпишут. Я тебя встречу, и мы будем все вместе, и мама тоже выздоровеет. Да, выздоровеет. Ты чё у меня? Ты чё яблоко не ешь? М? Не хочу. Не хочешь? Не хочуха. М. Яблоко будешь? Уже лучше. Карабкается. А твоя? Улучшение тоже есть. Но все равно много там еще. Нагноение. Все это.
Сашка, она поправится. Обязательно поправится. Вот видишь, у меня папка уже поправляется. Мне врач говорил однажды, что если прошло какое-то время и все нормально, то все как бы порог пройден. Будут жить. Будут. Конечно, будут жить. Будут. Здравствуйте, дядя Миш. Это Саша. Добрый день. Здрасте. Полетим. Саша. Ноги осторожнее. Давай рядышком. Искушению, панике.
Саш, я... Я, наверное, многое не знаю про твою жизнь. Точнее, я... Я ничего не знаю про твою жизнь. Я и сам, Марин, многого не знаю про свою жизнь. Хотя мне иногда кажется, что это... Что это даже к лучшему. Ничего не знать про прошлое. Может быть, а может и нет. Может. Знаешь, есть такие вещи, которые нужно помнить. Понимаешь? Перед которыми у тебя есть долг. Так вот, их нужно помнить. Да, но знаешь, я думаю, что... Чтобы жить дальше, нужно это... Нужно помнить, конечно, но отпускать. А иначе как? Как жить дальше? Жить надо все равно. Да, надо. Завтра. Что завтра? Завтра у меня день рождения. Марин, что ж ты молчала-то раньше? Почему не говорила мне? Ну... Чему? Я не знаю. Не знаешь? А кто знает? В общем, я приглашаю тебя к себе. Что-то случилось? Армия. Ты извини. С непривычки. Или что-то еще? Нет. Нет. Завтра. Да. Завтра.
Что, пойдем? Ты что, купаться хочешь? Ну вот и тебе рассказываю. Кота помнишь? Так вот он, прикинь. Серый. Ты что творишь, Саня, блин? Ну, очкарик этот, Пойдемте ко мне. Сепсис. Сепсис. Мы не виноваты. Ожоги, да. Раны затягиваются, появляется даже новая кожа. Потом наступает сепсис, и все. Все. Сгорает. За день. За день сгорает человек.
Вчера вечером отключилась, кома. Ночью все быстро, все очень быстро. Тело. Когда забрать? Экспертизу неделю, да. Через неделю, думаю, можно, да. Я заберу через месяц тело. Ты че потёк-то? Ты же доктор. Не ты же все это придумал. Солдат я, зенитчик. Вот, гостинцев вам принес.
Но вы... выздоравливаете. Рада тебя видеть. Ой, господи, ты откуда их взял-то вообще, а? Ну что ты? Ну как? Как малая? Хорошо. Да, так я так рада. Ты представляешь, у меня папа сегодня тоже. Мне звонили, сказали то, что ты уже вставал, пару шагов даже сделал, поправляется. Это хорошо. Ну, я пойду схожу, подождешь? Я быстро. Есть подождать. Ни зрение, ни слух, выход не найдут. На столе стакан с мечтой почти пустой. Мне известны все причины кручин, пружины машин. Ты бросил забывать, я не могу. Расскажешь потом, что было сегодня. Переменится ветер, потеплеет погода, успокоятся волны, будут листья шелестеть о тебе, но не сдвинуться с места. Одиночество горы, может, похоже на смерть. Безумный новый мир вдруг стал тюрьмой. Каждый день окно рисует новый натюрморт. Неудачно слова упали смыслом вниз, сложив вопрос, что ищешь ты? А я иду, набрав полные карманы нищеты. Переменится ветер, потеплеет погода, успокоятся волны, будут листья шелестеть о тебе, но не сдвинуться с места. Одиночество горы, может, память бывает похожа на смерть. Все, кончилась побывочка, солдат. Кончилось.
магнитофон. Кроме того, нашел, кажется, полезное вещество. Записанное болтовне пустой. Весь монолог вне логики, полностью из лишних слов. О том, что знавала история, чудеса, приводящие толпу восторг. Об идеях гениальных, как все простое. Но когда кончилось топливо, я вышла в пальто и чувствую, торкнуло. Вместо снега землю засыпали. Да и нет, что говорить о тебе. Покушение на убийство времени, дрессировка обстоятельств и другие твои опасные занятия. Здравом уме и честной памяти никто бы не решился повторять. Я принимаю северные ледовитые сообщения, священные для дикарей пещерных, не поддающиеся дешифровке приглашения в миры потусторонние. И в анонимных письмах после шлю угрозы тебе. Лечить и мучить, но не очень часто делает правильный выбор. Жалеет, что не железная, лишь упрямый и неуступчивый. Человек неразумный, человек наивный. Он не знает, как это страшно, когда его нигде не отталкивается. Взрываясь в молекулы, шум, гул, гам, искривление пространства. Отключение гравитации, в невесомости парят существа, не скучая. Но на моей стороне тысячи небесных танков, море и растущие на берегу каштаны, лимоны, тень финиковых пальм, афиши ободранные. Старый кинотеатр, закрытый на ремонт, неделю нет дождя. И пусть не снится, что будет дальше. Когда ты уходишь, я ничего с этим не делаю. Так и сижу в темноте, а в окне напротив всю ночь курит доктор и не может бросить. Лампа сигналит азбукой Морзе. Сошелся к ней домой.